Мы наконец-таки его нашли. Нет, я думаю, что там все садятся, но людей тут мама дорогая. Я себе это все по-другому представляла. Это еще невыносимо большая очередь, да? Когда мы попадем на него, непонятно. Я не знаю, а как угадать. Почему решили сесть с этой стороны, если он будет плыть туда? Но он будет плыть туда, и он же должен развернуться, снимать. Нет? Подожди, а что мы будем снимать с этой стороны? Набережную, которая низкая, которая нужна? Мы выбираем себе получше место на корабле, но не факт, что оно у нас лучше. Но мы не знаем, как он будет плыть. Будем смотреть ночной Париж. И Эйфелеву башню. Что-то говорит нам, рассказывает, но на французском мы не понимаем. Да, он сигаретка с шампусиком. У него все отлично. Рассказывает, но мы ее не понимаем, дело в том, что. Оно-то рассказывает. О, слышишь, он на нескольких языках говорит. А почему он вообще говорит на каком-то китайском или на каком-то японском? Да? Ну, на украинском. Опять на французском говорит. И часы красивые. Сегодня проходили. Большой музей. Где пиратский корабль? Вот это вот? Не очень пиратский. Так небо сверкает, наверное, дождик пойдет. Ого, как мы замедлились, вы заметили? Так быстро, быстро. Тогда понятно, тут такие водовороты в воде. И теперь мы так медленно-медленно плывем. Тут, наверное, якоря сумасшедшим весом. Лидл за креветками мы уже не попали. Сегодня мы без креветок. Нас везут Лидл за креветками. Что делать? Лидл за креветками везут. Уже без 10 дней. Нет, тут нет такого яха. Здесь шумит водопад. Да. А могли бы мы вот так вот, были бы у нас еще денечки, могли бы вот так вот посидеть на набережной, вот в том парке красивом посидеть, побухать. Везде могли бы побухать.
Я берегу ваше здоровье. За то, сколько спорта. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. Очень красиво, да? Вот что-то про архитекторов как раз и говорит. Юль, переведи, ну ты же учишь английский, Юль. Это Педро. Сели на кораблик поплавать. Ливеняка начался. Мы уже встали. Посмотрите, ливеняка просто. Смотрим достопримечательность под огромным ливнем. Une enfilade d'hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Lambert et Lauzin. To Port in Saint-Louis, a succession of elegant mansions. A babord, podemos admirar muchos palacetes, entre los cuales distinguimos el de Lambert y el de Lauzin, que fueron construidos por Legault. A babordo, l'isola di Saint-Louis presenta una serie di palazzi privati, tra i quali quelli di Lambert e Lauzin. 现在我们绕经圣路易岛，从玛丽河岛向回行时。 들어서 있는데 상스 저택, 파르나발레 역사 박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생폴 성당 돔과 아르시날 도서관이 보입니다. À Tribord, église Saint-Gervais, en plein cœur du quartier des Compagnons, construite sur une si longue période, on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. To starboard, Saint-Gervais Church. At the heart of the Compagnon district was built over such a long time that one can see the different styles of architecture. Inside, 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용되었습니다. 문의 병실과 병사실은 원조 청두 안치는 높은 건축물을 갖추고 있습니다. 이 건물이 보건을 둘러싸고 있습니다. Vue de la cité, l'âge du chemin qui marche. Вот это уже вид у нас тут прям. Вид на миллион. Вот это уже вид. Он плывет, не успела вам показать, но он на волнах, ему так сложно плыть. Прям ух! Тут, наверное, какие-то пороги, что ли. Все, наш увлекательный аттракцион подошел к концу. Что происходит, уважаемые? Мы сейчас здесь, уважаемые. А я вам говорила, давайте посидим. Да, нас просто пришвартовывают. Вы прекрасны, скоро нет. На вот этой вот фирме мы катались. Нас, конечно, это все люди встречают нас, Юля. Спасибо. Добрые люди, да? Спасибо за внимание. Еще стоят люди в очереди на этот корабль. А как они могут стоять? Я же проезжала, смотрела. 22 последние въезжают. А, въезжают последние, да? А, ё-моё. Я думала, они вообще просто катаются. Не, они встречают людей. Что мне под ноги попалось? Стой!
А? Кала. Вы вызвали два такси? Да. А когда будет, через сколько? Не знаю, мы посмотрим на эту красоту. Представляете, корабль опять отплывает. Вот это у них тут конвейер. То есть все-таки в 10 часов еще отплывает. Я думала, он вообще до 10 работает, но он еще отплывает. Да, под ливнем таким. И торговые центры тут есть. Это же тоже торговый центр, да, наверное, раз он так светится. Да, завтра дождь. Да, погода теперь дожди стоят. Стоят. Все, ребятки, мы добрались домой. Всем спасибо за просмотр. До новых влогов. Мы идем купаться и ложиться спать. Потому что день сегодня был насыщенный. Мы приехали. Мы приехали. А вот девочки наши еще другая часть не приехала. Хорошо. В такси, короче, поехала не в ту сторону куда-то. Ну и у нас тоже, мы просто спохватились вовремя и сказали, что вы едете не туда. Поэтому... Ждем еще девочек, у них ключи от квартиры. Все, ребятки, до новых влогов.